Физкульт-привет, друзья! Сегодня пойдемте сделаем обзор на ловушку Миклин, с которой я уже успел отыграть пару игр. Вот моя кладовочка, где вся моя форма. И новая, и старая. Вот ловушка. Новая серия, невероятно облегченная. О материалах расскажу чуть попозже. Играть очень комфортно. Хотя на самом деле я по ловушке, мне все равно, насколько она тяжелая. Мне главное, чтобы она была защищена. Смотрим. С фронтальной стороны, в отличие от предыдущих моделей, все ловушки Миклин теперь имеют дополнительную защиту пальцев. А вы знаете, бывает, но редко, раньше времени закроешь ловушку и может хорошенько выбить, а то и сломать пальцы. Здесь дополнительная защита. Карман ловушки очень удобен. Я не делал ничего, не вымачивал, как раньше, не вставлял мячик, чтобы завязывать, чтобы ловушка была более комфортная. Вот насколько она хорошо, комфортно работает на руке. Естественно, все регулировки присутствуют. Большой палец очень комфортно расположен, имеет тоже хорошую дополнительную защиту. Рука очень удобно расположена в самой ловушке. Кто играет уже не первый год, знает, насколько это важно, чтобы ловушка была продолжением именно ваших пальцев. Все регулировки, все настройки самой ловушки очень просты, и любой человек может под себя ее удобно, хорошо настроить. Резинка. Здесь вы можете проконтролировать, насколько глубоко, чтобы ваши пальцы чувствовали себя, сидели. Все внутренние настройки, как у ведущих компаний. Миклин шагнул еще далеко вперед, и мне очень приятно, удобно играть в этой экипировке. От ловушки я остался в восторге. Мне очень комфортно, очень удобно. А сейчас поговорим по материалам. Повторюсь, ребята, ловушка профессиональная, с классическими пропорциями и балансами. Вы можете заказать три варианта гибкости и защищенности. Облегченную, КХЛ-игра и КХЛ-тренинг. Угол большого пальца 90 градусов. Уникальные вставки, гель-инсертс. Ладонь и большой палец усилены специально, формованным пластиком толщиной 3 мм. Ударные части ловушки сделаны из материалов по технологии Кларино. Набивки из специальной пены Ультрафам. Тыльные части защиты сделаны из материала нейлон 500 ден и усилены пенопластом DFP. Подкладка из антибактериального материала 200 ден. Двойное крепление запястья и двойное крепление руки. Есть, естественно, варианты как для правши, так и для левши. Все материалы профессиональные и используются также и другими ведущими американскими и канадскими производителями вратарской экипировки. В последних коллекциях Миклин использует современные американские материалы по японской технологии Кларино, металлическую фурнитуру из Канады, США и Латвии, набивку из Канады и России, ткани из Франции и Кореи, специальное оборудование производства Германии и Японии. Кларино – это искусственный заменитель натуральной кожи, который в три раза крепче и долговечнее, чем натуральная кожа. Эти материалы – это очень важно при игре в хоккей с шайбой. Влага непроницаемый. Используются всеми мировыми производителями вратарской экипировки. Nash Suede – искусственный заменитель натуральной замши с такими же свойствами и по той же технологии, что и материал Кларино. Velcro – специальная долговечная липучка, удобная в использовании,
благодаря быстроте при расстегивании. Нейлон 200-1000 ден – очень прочная ткань с влагонепроницаемой полиуретановой пропиткой. Каждая новая коллекция вратарского снаряжения изготовлена в соответствии с требованиями сегодняшнего хоккея. Эти коллекции обладают всеми характеристиками, которые делают это снаряжение превосходным. Увидимся в тренажерке и на льду. Всем пока и удачи!